Безумный Паша! Безумный Паша! Ага, и Евгения Юрьевна тоже нету. Понятно, короче, денег пожалел, да? Ну, значит, бери мне нахуй колечко, нахуй, и браслетик какой-нибудь тоненький. Ты что хочешь сказать, в ломбардах на вообще нахуй нихуя нету, что ли? Ни браслетов, ни колец, ни Сережа. А, они там так сидят, чисто. Себя показать, на других посмотреть. Пидор. Иришка. Мы еще не чмокнули. Поздравляем. Да, ладно, поздравляем тебя. Витя, подожди. Тихо, бык. Саня. Дай слово Олегу. Пусть она сначала войдет и сделает так, как надо. Иришка, самое главное. Ага, подожди, Олежка. Сейчас я Пашу еще дрочкану. Ты мне водички принес, я тебе сейчас запивать-то буду. Ну ты девушка, мы поздравляем тебя с условным освобождением. Конечно! Да. Теперь мне в 10 вечера не выйдет до 6 утра. Ну а что? Место жительства не поменяй. А вот скажи, кому сейчас легко? А вдруг, если я друга другого найду, нахуй, а мне теперь место жительства не меняй. А что, фалос на фалос менять, что ли, или что? Фалос на фалос. Наш гуманный суд дал тебе возможность исправиться. Да. Давай! Сёчек и Монина! Ты будешь ходить плетки на к этим андам! Дело читает? Ну. Помощный прокурор. Да, вот ваше слово не было. Подходи, моя горе, встаньте. Я встану, но руки ровно, да? Да тихо, Саня. Руки ровно, да? Они меня там спросили, там, что ты там, извинения у него попросила. Я говорю, Паш, ты, конечно, меня извини. Потом я разревел. Ну сейчас не плачь, ты же там, тихо. Там тебя нету. Подожди. Не плачь. Этот клоун, прокурор дальше дело читает. На. Этот придурок сидел на лавочке, ему еще ничего не сказали, чтобы он встал. Он подрывается с лавки, короче, похую на судью. Че, говорит, руки вот так нахуй? Да я говорю, тихо, сними, стань нормально, веди себя ровно. Сейчас тебе монгол, накормлю пельмешками. Для кого-то монгол, для кого-то Олег Владимирович. Ой, Владимирович, ты блядь. Для кого-то Олег Владимирович, а для меня монгол. Да ты чё? Вот так, да, вот так. Так друзья называют монголом, не так хватает монголов. Ну вот. Еще один монгол будет, да? А так, что чисто по-дружески Олега, это же накормлю. Олега, я тебя накормлю сейчас. Ну вот это по-человечески. Пельмешками. Это по-человечески. Вау. Что такое? Лук, укроп. А, ну то есть приправа здесь? Конечно. Это же здорово вообще. А перец есть? Какой? Черный. Красный или черный? Черный. Есть. А может красный? Нет. Красный я не люблю. Пушками дракон дышать. Спасибо, мне своего дракона как хватает. Сейчас. 3 минуты будет. Так а что, вам его васаби попросить сразу? Мал. Весь в нитках. Ёпнука. Спасибо, Павел Анатольевич. Да ты же еще горячий. Да было бы за что. А губы на что есть? Чтобы все съел. Блин. Пробуй. Хлеб перед тобой. Вижу. А, нахуя. Тебе щупну, ну. А зачем? Ну, ты вот же перчику просил. Да. А? Спасибо. За перец, да? Отдельно спасибо.